Вручную порой приходится тушить пожары сотрудникам МЧС. Невозможность применения спецтехники при ликвидации возгораний, особенно жилых зданий, создают различные ограждения и припаркованные личные автомобили. Так, спецмашины пожарной службы попытались проехать в один из дворов в поселке Солнечный. Чтобы добраться от проезжей части до предполагаемого места возгорания, потребовалось около 20 минут. Мы возвращаемся к прошлому, хотя есть у нас специальная техника, которая, возможно, способна ликвидировать данные аварии, пожары и чрезвычайные ситуации в таких зданиях. Но мы их не можем применять, потому что просто невозможно доехать, установить и применять технику по назначению. Есть у нас спасательные веревки длиной 30-50 метров, есть, значит, аппараты на сжатом воздухе, комбинированные подъемы, ручные пожарные лестницы. Вот этими вот способами мы производим спасание людей и тушение пожаров на высотах.